Здравствуйте, товарищ Рыбалу. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной интересной приманке от компании Акара. Продукция Акара славится тем, что изготавливается очень качественно и стоит относительно недорого и доступно большинству рыболовов. В данном случае вращающаяся блесна называется Action Series Bullet под третьим номером. Вес приманки составляет 8 грамм. Вертушка имеет классический каплеобразный лепесток с нанесенным краской рисунком и имеющим по краям такие зазубринки, которые помимо обычного вращения лепестка дополнительно создают колебания в водной среде, которые привлекают хищника. Приманка оснащается очень качественным острым тройным крючком, достаточно немаленького размера, ну, собственно говоря, как и сама блесна. Не зря приманка называется Bullet, то есть огрузка блесны выполнена в виде такой, можно сказать, пули. Ну, что, как и название ее переводится дословно с английского языка на русский, это пуля. Блесна изготавливается из нержавеющих материалов. Лакокрасочное покрытие лепестка также имеет устойчивость к повреждениям. Так что, приобретя данную блесну, будьте уверены, она у вас не облезет после одной или двух рыбалок, как бывает с другими достаточно недорогими блеснами. Блесна в данном размере прекрасно подходит для ловли щуки и крупного окуня. Достаточно универсальный размер. И несмотря на свой относительно небольшой вес, приманка достаточно хорошо летит, далеко и точно. То есть особого дискомфорта по забросу с ней не бывает. Данную приманку вы можете приобрести на сайте интернет-магазина fmagazin.ru по ссылке в описании к видео. Также магазин выделил мне промокод, который дает новым покупателям скидку от 5 до 20% на более чем на 100 различных брендов. Также он будет в описании к видео. Всем спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока!